был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу себе простить, из тысячи лиц узнал бы я мальчонку, ну как зовут, забыл его спросить, лет 10-12 бедовый, из тех же главарями у детей, из тех же городишках прифронтовых, встречают нас, как дорогих гостей. Шел в бой. Машина обступает на стоянках, таскать им воду ведрами не труд. Приносит мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались к площади вперед, а он гвоздит не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. И вдруг к машине... Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, я знаю, где их пушка, я разведал, я подползал. Они вон там, в саду. Да где? Отдайте, я поеду. На танке с вами прямо приведу. Что ж боя не ждет? Влезай сюда, дружище. И вот мы катим к месту четвером. Подъехали. Стоит парнишка, мины и пули свишут. И только рубашонка пузырем. Подъехали вот здесь. Из разворота заходим в тыл. И полный газ даем. И эту пушку мы заодно с расчетом мы вмяли в жирный. В рыхлый, жирный чернозем. Я вытер пот, душил агар и копоть. А к дому шел большой пожар. И помню, я сказал спасибо, хлопец, и руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку, и только не могу.